Церемонно с копией победного знамени и торжественное построение личного состава. Так ежегодно начинается праздничное мероприятие у сотрудников Сочинского линейного управления. Главные участники торжества – ветераны, которые мужественно и стойко перенесли все тяготы войны, показав свой героизм и патриотизм Родине. И теперь передают знания подрастающему поколению. Они бывают в школах, они рассказывают о великом подвиге нашего советского народа. И сегодня это очень важно, больше, конечно, для наших детей, для наших школьников, для подрастающего поколения. Это есть возможность соприкоснуться непосредственно с живой легендой, с живым победителем, с теми людьми, которые не на словах, а своими глазами видели ужасы этой войны и видели бессмертный подвиг вообще нашего народа, наших победителей. В канун 72-летней годовщины Победы в адрес ветеранов звучат теплые слова благодарности от председателя городского собрания Сочи, главы города и начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Ветеранам огромное спасибо за то, что они позволили нам жить в свободной России и говорить на русском языке. Низкий им поклон. А те, кто не дожил до этих светлых времен, вечная им память. Нынешние офицеры и стражи порядка также верно несут службу и защищают Родину. Лучшим сотрудникам линейных подразделений Сочинского управления сегодня были присвоены первые и очередные специальные звания, а также вручены благодарности. Завершилось мероприятие небольшим концертом с участием городских творческих коллективов. Гости также посетили боевую палатку, отведали солдатской каши и сфотографировались у фронтового автомобиля. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.